Краснодара? Из Перми. Из Якутии. Вообще, я сам из Казахстана. Я из Владивостока. Я из Москвы. Я из Питера. Из Ростова-на-Дону. Я из маленького закрытого городка, но на данный момент учусь в Екатеринбурге. Мне не хватает масштаба. Иногда времени, иногда денег. Я всегда мечтал о наставнике. Мотивированных и заинтересованных в чем-то людей. Внутренних моральных ресурсов. Мне, наверное, не хватает опыта. Девушки. В первую очередь, она дала мне очень много новых знакомых, очень много крутых знакомых. Я тоже поднабрался опытом, то есть как работать там с ВК, API. Коллег, с которыми я могу развиваться и которые постоянно поддерживают. Ну, я узнала и узнаю многое, то, чего не знала. И вряд ли у меня дошли бы руки вот до этих знаний, если бы я не стала амбассадором. И новые знакомства. Мы учимся и проектному управлению, и работе с людьми, и эффективным коммуникациям, развиваем свои soft skills, публичные выступления, презентационные навыки. Многие вещи, которые я до этого считал очень сложными, они стали гораздо проще. Например, вот, не знаю, попасть на стажировку в компанию, которая на первый взгляд не связана с твоей специальностью, я считал, что это безумно тяжело. На самом деле, сейчас я понимаю, что это довольно просто, гораздо сложнее понять, чего ты хочешь. Раньше я как-то не особо в себя верил, или какие-то мои инициативы пресекались различными взрослыми людьми. Mail.ru поменял меня, он мне позволил шире как-то мыслить и дал вот просто какую-то свободу действий. Я понял, что на самом деле я могу многое сделать, просто я почему-то боялся это делать. А Mail.ru Group убедил меня в том, что я способен, значит, я могу.